Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире снова счетчик войны с Евгением Доможировым. Мы ведем прямой эфир из моей студии и рассказываем вам об очередных днях войны, подсчитываем. Эта неделя оказалась интересной, мы услышали много новостей. На фронте, в принципе, конечно, мало что менялось, а российская армия продолжала громить. Вот бомбить украинские города. Давайте включим картинку 351-го дня. И увидим, что же было. Очередной город, очередное разбомбленное мирное здание, да, по которому был нанесен удар российской ракетой. Зачем, почему это бесконечно происходит, никто не понимает, потому что в реальности Путин не пытается победить на фронте, а в который раз я уже говорю, он пытается именно уничтожить мирное население, уничтожить инфраструктуру гражданскую, то есть нанести такой удар, которым можно было бы запугивать. Но ведь абсолютно понятно, что на 351-м дне войны запугивать украинцев, ну, мне кажется, уже бессмысленно. Украинцы абсолютно четко понимают, что Путин ведет кровавую бойню, они защищают свою свободу, будущее, по сути дела, возможность не попасть в рабство и вообще сохраниться как нация. Несмотря на то, что Путин, российская пропаганда очень любит кричать о том, вот сравнивать вообще все, что происходит, скажем так, с мотивами Великой Отечественной войны и проводить вот эти параллели. Но мы абсолютно четко понимаем, что в реальности именно российская армия стала, по сути дела, каким-то прообразом фашистской армии. И, конечно, в этом случае нельзя не вспомнить то, как это произошло, когда в марте 2022 года российская армия, отступая, оставила Бучу, Ирпень и Гостомель, и то, что после этого произошло. Одни фотографии чего стоят? То, что увидел весь мир, и то, что, по сути дела, стало самым большим отрицанием российской власти в дальнейшем. Мы видели людей, расстрелянных на улицах. Да, именно по этой причине сегодня эфир 18+. Мы видели, как они были сначала, получается, закопаны, а потом они откапывались. Мы увидели улицы Бучи, усеянные трупами. И ведь вы понимаете, что вот эта ситуация, когда мы увидели просто десятки, сотни убитых людей, расстрелянных мирных жителей, около автомобилей, едущих на велосипедах, просто гуляющих там по улицам Бучи или наоборот, может быть, достанных из домов. Мы увидели обычные семьи. Мы увидели членов администрации, мы увидели людей из теробороны, эти страшные кадры, еще раз говорю, обошли весь мир. Почему, кстати, в этом случае, вот даже особенно расстрелянные люди, расстрелянные зачастую в затылок, вот эти вот расправы, которые проводились над мужчинами, да, вне судебной расправы, они четко показали, что фактически российская армия, ее отдельные подразделения, стали просто такие, какими-то карательными отрядами СС. Почему же отрицание этого в российском обществе и особенно российской властью стало столь заметным? Ведь Российский следственный комитет, фактически превратившийся в гестапо, особое внимание всем уголовным делам, возбужденным по статье 207.3, уделял как раз моменту про Бучу. Это был именно и первый задержанный депутат муниципальный Алексей Горинов. Это был и кочегар из Вологды Владимир Румянцев. Это был и политик Илья Яшин. Практически всех их задерживали за рассказы про Бучу. Почему же это происходило? Почему это вообще оказалось возможным, что российская армия оказалась, ну, такой, буквально вот если мы включим какие-нибудь там плакаты посмотреть времен Великой Отечественной войны, мы увидим, что эти картинки, буквально эти плакаты, они в какой-то мере характеризуют нынешнее состояние происходящего в Украине. С той лишь разницей, что теперь агрессором стала не нацистская Германия, а агрессором стала Россия. И именно российский солдат теперь в представлении среднего украинца выглядит как вот этот нацист на плакате. Как эти люди, которые убивали мирное население, грабили его, отправляли кучу вещей, увозили эти вещи. Да? И с одной стороны Гитлер, да, который нам показывал, какой он замечательный, как он любит народ, как он обожает детей, как он готов что-то там делать и созидать и творить, а в соседней стране просто устроил тотальный геноцид против населения. Почему же так получилось? Ведь Путин не зря пробует постоянно использовать
Риторику Великой Отечественной войны. Вот недавно даже в Сталинграде он ведь особое внимание уделил тому, что мы должны помнить и должны рассказывать об истории. Вот если мы послушаем даже самого Путина. Глубже, интереснее, правдивее картина. Самое важное, вот здесь, вот здесь отвечая на вопросы, касающиеся и сегодняшнего дня, и проведения специальной военной операции, самое главное и при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции сегодня, самое главное – это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие. Вот, а если талантливые, красивые, интересные фильмы, которые задевают за живое зрителя, выходят на экран, то это огромное дело. Я думаю, что Владимиру Владимировичу не нравится та правда, которая существует в нынешнем мире. Та правда, которая будет рассказывать о том, как российская армия уничтожала мирное население. А фильмы, которые, наверное, будут сниматься и сериалы после этой войны, вообще будут рассказывать ту самую ужасную правду. И в представлении огромных поколений, долгих поколений украинцев, российская армия навсегда останется именно с этими ассоциациями. Ведь сейчас, в эпоху современную, в эпоху интернета, когда мы просто узнали, буквально мгновенно узнали про то, что происходило в Буче, буквально мгновенно появились вот эти кадры, появились записи. Вот как можно в эти фильмы можно будет вставлять даже документальные кадры, по сути дела, которые есть. Вот давайте включим видео одной расстрелянной машины. В ней, извините меня, ехала просто обычная семья. Обычная семья, вот автомобиль, вы можете посмотреть на него, был расстрелян из крупнокалиберных пулеметов в том числе. То есть, скорее всего, его расстреливали прямо с БТРа. В этой машине ехала целая семья с маленькими детьми. Она была убита. Машина, как вы видите, она практически разорвана даже. Даже нельзя сказать, что она изрешечена пулями. Она фактически разорвана. Это, кстати, потому, что она действительно расстреливалась из крупнокалиберных пулеметов, которые стоят на военной технике. И как же так получается, что российская армия, какой-то конкретный военнослужащий, решился расстрелять автомобиль, в котором ехали мирные люди? Я понимаю, что это уже был месяц войны, может быть, да, когда российская армия боялась всего и вся, когда они понимали, что из-за каждого угла в них, как в оккупантов, стреляют. Но объясните мне, как можно было расстрелять и закопать потом, да, заставить закопать целую семью? Целую семью с маленькими детьми. Абсолютные убийцы, абсолютные нацисты. И ведь, согласитесь, с этим нельзя примириться будет ни в коей мере. С этим нельзя примириться ни украинцам, с этим даже нельзя примириться и нам. Потому что вот это осознание того, что твоя армия, армия твоей страны, является военными преступниками, уничтожающими мирное население. Это просто в какой-то мере убивает тебя. Это душит тебя изнутри, потому что понимание того, что это, как это вообще можно поддерживать. Как можно поддерживать не просто агрессию против Украины, а как можно вот это поддерживать? И именно поэтому, еще раз говорю, обращаю особое внимание, отрицание Бучи стало основой действий российской власти. Отрицание Бучи стало основой действий пропаганды. Отрицание Бучи стало вообще основой работы ботов. Ну и самое главное вслед за этим, отрицание Бучи стало основой отрицания самого населения Российской Федерации, не только тех, кто поддерживает войну, а даже при тем, когда ты показываешь людям, которые, в принципе, могут быть и против войны, но в таком сомневающемся находится состоянии, они всегда не хотят просто в это верить. У них, ну вот все не так однозначно, вот это любимое слово. Нет, друзья, в данном случае все однозначно. Расследованиями, международными расследованиями, многочисленными журналистскими, и в том числе расследованиями, которыми нам станут известны еще правоохранительных органов, доказаны многочисленные преступления. Причем, еще раз говорю, мы же находимся в современном мире. В мире интернета, это мгновенных съемок. В мире, когда коптеры снимают боевые действия. В мире, когда камеры наблюдения стоят практически на каждом углу, и доступ к ним может получаться мгновенно. Например, одно, кстати, из расследований New York Times вообще показало действия как конкретного подразделения российской армии на одной конкретной улице. И им, кстати, удалось доказать гибель убийства, точнее сказать,
конкретно 36 человек только на одной улице. Вот давайте посмотрим кусочек видео. Данное видео содержит сцены насилия и их последствия. 4, 5, 6. Реально дорога смерти. Некоторые из самых леденящих душу кадров, появившихся в ходе войны Владимира Путина в Украине, были сделаны в Буче, городе, который его войска оккупировали в течение месяца марта. Эти видеозаписи, которые мы впервые публикуем сейчас, входят в число доказательств, которые удалось получить газете The New York Times, и которые показывают, как военное подразделение совершало потенциальные военные преступления на одной из улиц Бучи, а именно на улице Яблоньской. Жители, такие как Виктор Шатило, были свидетелями. Мысли были от того, чтобы были какие-то хоть доказательства. Не со слов было, чтобы понятно, что происходит, а то, что было документально видно. Ирина Абрамова пряталась вместе с мужем и отцом, когда в их дом ворвались солдаты. За 3 минуты нас отсюда киш, все горит тут, Олег застрелили, лежит. Они казнили ее мужа. Лежит ровненько, я бачу, что тут пусто. Сорокалетний Олег был одним из десятков людей, убитых на улице Яблоньской, которых опознала газета «Таймс». Свидетельства о смерти показывают, что большинство из них были застрелены. Для того, чтобы семьи потерпевших смогли увидеть виновных в суде, недостаточно просто сказать, что это сделали российские войска. Доказательства должны связывать конкретное воинское подразделение и их командиров с этими преступлениями. За 8 месяцев репортажей в Буче и Нью-Йорке наше расследование было направлено на установление виновных. Мы проанализировали 1000 часов видео с уличных камер, телефонов жителей, а также беспилотников украинских военных, чтобы проследить движение российских войск и понять, как одно военное подразделение час за часом захватывало Яблонскую улицу. Посмотрите обязательно это видео целиком. Оно очень хорошо показывает и доказывает конкретные преступления конкретного подразделения российской армии. Эти люди совершали внесудебные расправы. Эти люди совершали военные преступления. И эти люди как раз и стали теперь новым прообразом российской армии, которую видит Украина. И теперь Украина не просто считает счет жертвам войны. Счет жертвам войны на поле, на могилах украинских солдат. У Украины есть еще и отдельный счет. Отдельный счет внесудебных жестоких расправ. Замученных и запытанных людей. Расстрелянных детей прямо в автомобиле. Этот счет Украины, этот счет войны, Украина еще предъявит российскому руководству, российской армии. Но вот сейчас этот счет, по сути дела, должно предъявить российское общество. Ведь мы с вами все, россияне, оказались замазаны в этом. Я понимаю, что мы невиновны в войне, многие из нас выступают против войны. Но этот груз ответственности за то, что случилось, будет лежать на нас. И Буча, которая стала, еще раз говорю, вот этим прообразом, образом такой войны и геноцида против украинского народа, конечно же, останется, по сути дела, уже на десятилетия или столетия вот этим напоминанием того, во что превратилась российская армия и вообще последствия этой войны. Войны России против Украины, развязанной Путиным. Это печально, конечно, но еще раз говорю, посмотрите обязательно это видео. Но у нашего счетчика войны есть и другой счет, который точно так же могли бы предъявить россияне. Ведь мы знаем, что россияне гибнут тоже в массовом порядке. Мы всегда ведем эти споры, я знаю, получаем множество комментариев, действительно ли цифры, которые там перевалили за 100 тысяч по данным ВСУ или приближаются по данным кремлевских источников уже к 200 тысячам, насколько эти цифры реальны, соответствуют ли эти потери реальным. Мы с вами, с одной стороны, не знаем, но мы знаем, опять же, одно, самое важное, что сколько бы мы с вами ни считали в тысячах, в десятках тысячах или в сотнях тысячах российские потери,
есть люди, для которых этот счет имеет совершенно другое значение. Это люди, у которых счет идет на одну единицу. Это конкретный родной человек. Отец, муж, брат, сын. Это тот конкретный человек, который погиб в вашей семье. И когда эти трупы пошли в Россию, когда Россия поняла, что война не будет легкой, что украинцы защищают свою свободу, их будут убивать оккупантов, чтобы этот счет не начал поднимать волну негодования внутри России, его стали делать, затыкать самым банальным способом – деньгами. Этот счет, когда там стали платить по 5 миллионов, 7 миллионов рублей, тут же выдумали областные доплаты, Вологде, например, за убитого доплачивают 1 000 000. Получается, что людям их лояльность, их молчание стали покупать. Ну и, конечно же, покупать стали, это стало прообразом, да, все мы помним вот эту знаменитую белую ладу, да, которая стала неким образом выплат за родных. Как деды и прадеды он сражался с фашизмом. В память о Сэде Горе купили. Новенькую машину. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Мы знаем теперь, как выглядит вот этот образ, да? Получение какой-либо выплаты за своего родного человека в виде белой лады. Конечно, это был всего лишь образ, и человек просто действительно в память о сыне купил эту машину, потому что, ну, сына уже все равно не вернуть. Он все равно просто тратил эти деньги для того, чтобы потратить их на себя, на семью. Это, конечно, все понятно. По-человечески он просто потерял родного человека. Но с другой стороны, мы же понимаем, что этот человек, который приехал и умер там, в Украине, он был оккупантом. Он реально приехал в чужую страну. Он реально приехал для того, чтобы убивать украинцев, для того, чтобы, вот то, что мы говорили до этого, совершать какую-то бучу, в то, что превращает российскую армию теперь совершенно в другую армию. Ну, вы знаете, российские власти пошли гораздо дальше, и вот буквально история этой недели, это история про шубы, просто это, скажем, она повергла в шок всех, да, эти выданные шубы. Давайте посмотрим. Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое от чистого сердца вам. И Ольге. Спасибо. Ольга, спасибо. Да. Мирославу и Александру за то, что они позаботились, ну, такую помощь передали сюда, на Донбасс. Да, не каждый, наверное, думал, что такая возможность. Спасибо. Да, это спасибо. Помощь. Все, это от русского актива нашей столицы. Вот, не забывают, хоть они там, как говорится, наш тыл. Вот, помогают все в эти 9 лет нам. И спасибо им огромное. Спасибо. Да. Вот такие моменты ощущаю, что мы одна семья. Не знаю, что вам сказать по этому поводу. Ну вот как вообще в этом можно сниматься, да? Как вообще можно радоваться тому, что ты получил шубу за своего мужа, отца или сына? Это что, достаточная компенсация за потерянного ребенка? Или за потерянного близкого, родного человека? Вы всерьез скажите мне, пожалуйста, как это вообще можно? Я понимаю, может быть, и можно принять помощь, которая приходит, но вот делать ее так наглядно. При этом, кстати, еще более великолепная история разразилась сегодня в ответ на публикацию этого видео. Появилась информация о том, что несколько человек, участвовавших в этом, несколько женщин, сообщили в пабликах, написали о том, что эти шубы забрали, о том, что в реальности сняли это видео, потом попросили эти шубы вернуть, что якобы их заменят на другие. И просто забрали и оставили людей даже без этих шуб. Они сейчас возмущены. Вот несколько женщин, по крайней мере, одна из них написала. Я не знаю, насколько это правда. Я не знаю, насколько это правда, но ничуть не удивлюсь, если действительно это произошло. Ведь сама по себе просьба от родных зачастую, ну, как сказать, какой-то банальности. Вот даже сейчас, когда началась мобилизация, ну, не сейчас, точнее сказать, уже 5 почти месяцев назад, когда началась мобилизация и возникли проблемы мобилизованных, что стали просить родные? Получать баранов,
получать мешок картошки взамен мобилизованного или дрова? Да, давайте вот посмотрим видео. Хотелось бы обратить внимание, что сейчас вот наших призвали, мобилизованных, мобилизация прошла, вот проблемы у них, как они, которые поднимали, заготовка дров, потому что люди в основном все с местностью уходят на войну, кто будет помогать им заготавливать дрова и тому подобное. Наш глава Цыденов как бы все относится к этому так. Поэтому просьба была бы, чтобы был контроль за этими, чтобы все военнослужащие, которые сейчас находятся мобилизованы, чтобы им помогали со стороны то есть, ну, республики нашей, вот, чтобы была конкретная, чтобы были контролирующие органы, чтобы не было там писанины, много документов, чтобы они должны доказывать, что это их семья и тому подобное. Тут вопросов много, поэтому в данном случае. И то, что... Скажите, вам что, больше нечего просить? Вы реально хотите попросить взамен отправленных мужей, отцов, просто дрова? Ну подождите, что в головах у этих людей? Их заставили покупать бронежилеты, оборудование, покупать каски, наколенники, потом отправлять это все в Украину, мобилизованных экипировать фактически, нищая армия. И вот теперь они говорят, дайте нам хотя бы дрова. И ведь это на эфире с президентом, когда условно можно просить все, что угодно. Он кивнет головой вам. Нет, вы говорите о том, что нам нужно помочь с дровами. Что вообще происходит с россиянами? И при этом, кстати, ведь надо четко сказать, что виноваты, ну, не только те, кто отправляет, родные. Сами мобилизованные ведь ничуть не лучше. Мы же с вами помним, что случилось, когда пошла мобилизация. Буквально сразу в сентябре появились видео, когда первые мобилизованные стали приходить в части, они стали получать даже ржавые автоматы. Прошу прощения за мат, сейчас видео, но такое оно есть. Я говорю, ты пизда на него вообще развалилась. Ну, вон автоматы получаем. Это пизда просто. Я в ахуе вообще просто. Смотри. Ебать. Этот пацанам, танкистам, такую шляпу выдали. Да, сказали, у вас танки нахуй есть. Хуже. Да, нахуй вам калаши, у вас танки. Калаши, хули вы страдаете хуйней, блядь. Ну согласитесь, удивительная вещь, да? Люди, которые просто получают автоматы, да, им выдают, потому что они танкисты, им без разницы. Я, конечно, понимаю, что это видео, которыми наполнен там интернет, что происходит вообще с танками, БТРами, БМП, и как быстро они уничтожаются, и как часто уничтожаются те, кто сидят внутри, что автомат может быть не нужен, но вы сами задумайтесь. Вот просто выданы даже ржавые автоматы, просто склады оказались пустые, разворованы, или даже там ничего не работало и не обслуживалось. Абсолютно нищая армия, люди пошли умирать за это и как. Кстати, даже апологеты войны, вот в Вологде я часто привожу пример там Вани Котова такого, даже он, попав на фронт и проведя там всего лишь там неделю, и то умудрился написать пост. Пост о том, возмутительный пост, о том, как у них там старые БТР, о том, как, грубо говоря, их кинули, что они не видят даже командира. Как, объяснить мне, даже вот эти люди, которые абсолютно являются такими солдатами, которые готовы были идти уничтожать Украину и освобождать все и вся, даже они устроили плач Ярославны по поводу того, что фактически ничем не обеспечены. Ну и, конечно же, вот это видео, которое появилось опять же на этой неделе, буквально два дня назад, это видео, это еще один очередной плач Ярославны. Я, кстати, даже специально разделил это видео, чтобы была возможность оценить там на несколько частей, чтобы давайте вот с вами посмотрим это вообще. Это же реально как распаковку можно делать, оценивать, что они там произносят, что они там говорят и почему они не думают. Вот давайте включим первую часть. Здравствуйте, мы полк 1931 из Татарстана.
Нас передали под руководство Донецкой Народной Республики. Местному руководству до нас нету дела. Мы здесь как расходный материал. Их девиз – воюем до последнего солдата, а потом пришлют новых. Приехав сюда, у нас раскидали по 6 человек по разным подразделениям. Забрали у нас всю технику, гуманитарную помощь. 5 февраля нас отправили на штурм без какой-либо подготовки. У каждого было по 4 магазина. А про медикаменты я молчу. По нам работали танки, минометы, АГС, пулеметы. А наша поддержка, отстреляв 3 по 4, сказала, что это предел, дальше работать не можем. Слева и справа были враги с ночными прицелами. Именно они по нам наводились. Там уже положили 2 батальона. И их никак уже не достать оттуда. Смотрите, вот они просто абсолютно четко рассказывают, да, как идет война. Вот нет лучшего, наверное, рассказа от самих участников войны о том, как война. Они ее представляли себе, соответственно, вот сейчас мы приедем, наверное, на арматах поедем, да, там, в сопровождении Су-57. Мы такие прям, ух, и быстренько возьмем Украину. А оказывается, им дают автомат, 4 рожка, и идите, берите высоту, без ничего. При этом, кстати, они уже знают, что там положили 2 батальона, минимум, да? Вот они уже знают, что там положили 2 батальона, потому что их таким же образом пускали. То есть людей абсолютно четко используют как фарш. Люди произносят это. Вот там почти 2 десятка мужиков, которые понимают о том, что происходит. Они как бы вроде говорят, ну как вот нас могли послать с автоматами? Прям, ну, 2 батальона там уже положили, а нас просто посылают в высоту. А с другой стороны, ночные прицелы, вооружение. У нас даже огневой поддержки толком нет. То есть возникает вопрос, каким образом, ну, здесь ответ уже скажем, каким образом воюет российская армия в Украине? И то, о чем, кстати, я до этого уже говорил, да, в предыдущих эфирах, что российская армия, россияне просто как фарш используются российскими руководством. То есть отправляются просто на мясо. Находит полное подтверждение. Причем условно это, да, нельзя уже сказать, что это фейки типа Доможирова, да, там распространяют Доможиров эти фейки. А это в реальности можно сказать, ребят, вот сами мобилизованные, сами участники боевых действий это подтверждают. Но на этом не заканчивается, давайте дальше. Мы уже четвертое. О котором местные не говорили. Мы от местных, короче, узнали то, что эту точку они уже взять могут, не могут взять очень долго. Это видео не является фейком. Мы не в плену. Мы просто хотим донести эту информацию, которую от вас утаивают. Мы уже 4-е пополнение, которое сюда приехало. И никто оттуда еще не вернулся. Либо 200-е, либо 300-е. Мы просто реально видели эти братские могилы, которые там вот лежат люди, и которых никто не забирает. Они лежат там по полгода. Помогите нам в нашей сложившейся тяжелой ситуации. Услышите наш крик о помощи. Наши жены уже обращались в Казанскую прокуратуру, на что получили ответ. ДНР не Россия. ДНР отдельное подразделение. А мы не можем ничего сделать. Максимум перенаправить ваше обращение в ДНР прокуратуру. Скажите, ребят, вы что просите-то? Вы обращаетесь в прокуратуру с чем? С тем, что вас бросили с одними автоматами? Но ведь это война, на которую вы хотели ехать. Это та самая война, когда вы поехали освобождать, защищать Россию. Я не знаю, зачем, конечно, от кого спасать и защищать. Мы об этом еще поговорим, как говорится, сегодня в передаче. Но вот вопрос, что вы хотите от прокуратуры? Чтобы Казанская прокуратура или там целиком Татарская прокуратура или даже Генеральная прокуратура послала ваше письмо не просто в ДНР, да, где вам ответ придет, отписка, хотя пока ходит прокуратура, как отвечает прокуратура, я знаю лично по прокуропочте, вы ответ будете ждать еще 2 месяца, и не вариант, что вы доживете до его получения. Ну, точно так же, как и ваши жены. Скорее всего, быстрее дождутся похоронок на вас, чем опять же, да, получат какой-то внятный ответ от прокуратуры, которая просто запустит на круг. Я не могу понять, что вы хотите от прокурора. Вот честно говорю, не могу понять. В данном конкретном случае, когда речь идет не о том, что вы требуете остановить точечную застройку или там вам не выплатили зарплату на работе. Вы реально просите получше могилизироваться, более комфортно.
Вам что, скажите, на танках и БТРах умирать было бы приятнее, что ли? Ну, всерьез, вот мужики, вы нормальные люди? Жены ваши вообще нормальные люди? Вас надо с фронта вытаскивать, потому что вас реально считают мясом, и вы сами же рассказываете, что там лежат батальоны трупов, которые даже никто не забирает, которых просто прикапывают в братских могилах, и даже родные не знают, что они умерли. Вот даже шубу и ладу не получить, потому что они где-то там, эти трупы лежат. Их не возвращают назад, потому что не надо никому знать о потерях. Вы просто представьте, на самом деле, какой реально счетчик войны по потерям, если просто нам даже с одной высоты, на одном кусочке местности где-то в ЛДНР рассказывают о том, как два батальона лежат трупами в братских могилах, скинутые. Просто задумайтесь. Но ведь это еще не все. Давайте еще включим видео. Про мобилизованных говорили, что будем занимать третью линию обороны, а нас отправляют штурмовать. Местные поделились секретом, что мы уже четвертое пополнение. А где же они? Где же все эти ребята? Мы никого здесь не видим. Своего командира полка мы еще не видели. Нами управляют так простые местные. Их отдают просто преступные приказы. Мы хотим, чтобы с нами управляли наши боевые офицеры, которые управляли с нами в Казани. Из России. Мы не отказываемся воевать, но выполнять смертельные приказы, идти в бой без местных кураторов, играть на чужом поле невозможно. Взять высоту, на которой минометы и танки простыми автоматами нереально. Тем более это все делается ночью. Никакой поддержки нет. Здесь только преступные приказы на убой. Мы находимся в 11-м полку. Карту видели не все. Скажите, как в одной голове это все может укладываться? Вот просто объясните мне, как одновременно у людей может быть в голове то, что их посылают на убой, то, что это преступные приказы. Дайте нам командиров из Казани. Вам что, с командирами из Казани будет приятнее, еще раз, умирать приятнее? Братан, ты наш командир, мы с тобой вместе умрем. Вы что, эту высоту с ним возьмете? То есть вы понимаете, вас без оружия кидают на убой. Говорите дважды во время одного текста преступные приказы. Вы говорите какую-то одновременно про третью линию обороны. Вы что, реально ехали и думали, что вас в тылу будут держать? А зачем вас держать в тылу-то? Вы удивляетесь, куда делись 4 уже пополнения, которые приходили? Вот вы сами успеваете за 3 минуты видео рассказать о том, что у вас там несколько батальонов положили, несколько батальонов лежат уже в могилах братских. И вы задаетесь такие, стоите вопросом. Таким вопросом. Удивительно. 4 пополнения уже было, где же они, мы не знаем. Слушайте, сложите дважды два. Вот дважды два сложить, будет 4. Понимаете? Ваше пополнение, 4 волны пополнения, вот там, где положены предыдущие батальоны в братских могилах. И ваше, кстати, место там же. Ваше место определено там же, теми самыми боевыми командирами. Вы что думаете, там в Казани дети где-то в высшем руководстве в военкоматах сидят? Они что, не знают, сколько мяса они уже послали на убой? Или вы думаете, вот эти ЛДНРовские, на которых вы жалуетесь, командиры, которых вы не видели, но которые посылают вас штурмовать танки и минометы, они все прекрасно знают. Они все прекрасно понимают. Вся ваша задача – это попробовать закидать мясом украинский фронт для того, чтобы вы, может, хотя бы, грубо говоря, своими телами создали лестницу, да, к этой высоте. Хотя тут надо четко понимать, если у вас 4 автомата, вы можете сколько угодно трупов уложить, но против танка-то не попрешь и минометов. Это же настолько очевидно. Вас считают за мясо. Вот я уже пишу, говорю в течение буквально года, уже несколько сотен дней. Друзья, ваш главный враг не в Украине, ваш главный враг в Кремле. Если вы задумаетесь над этим, если вы подумаете, что вот этот фюрер, да, кремлевский, новоявленный, который просто делает вас, превращает вас в фарш, перемалывая вас, что именно он ваш главный враг. И главнее гораздо, чем любые командиры ДНР, ЛНР, не говоря уж об украинцах, которые сидят напротив. Вот
не хотелось бы говорить банальности, но все сейчас происходит буквально как в 1916-17 году. Вам нужно ходить на фронт и разъяснять, ребят, пора поднимать восстание, революцию против вот этих вот людей, которые вас хотят убить. Убить, бессмысленно отправив на фронт. И нужно не просто складывать оружие, а нужно брать его и разворачивать дорогой на Кремль. Потому что у вас здесь-то одна дорога в могилу. Увеличить, грубо говоря, количество братской могилы, то есть будет положено не 2-4 батальона, а будет положено 6 батальонов. Еще ваш добавится туда. Братская могила станет рядом, вырастет соседняя, или это расширится. В ней будут ваши тела. И если вы не задумываетесь, и следующие, идущие за вами не задумываются, то вслед за ними придут еще одни, и потом будут стонать, почему мы оказались не на третьей линии обороны, как нас кинули на штурм с одними автоматами против танков. Ну не будет по-другому, пока вы все в конечном итоге не одумаетесь. Вот просто не будет по-другому. И этот плач Ярославны бесконечный, еще раз говорю, но это один из ярчайших примеров того, что этот плач Ярославны должен в конечном итоге закончиться реальными действиями, пониманием и осознанием того, что главный враг сидит в Кремле. Потому что он лишает жизни вас, а для ваших родных он лишает жизни мужей, отцов, детей, за которых предлагает потом взамен шубы, да, и может еще их отобрать. Ну, другой вопрос, да, вот если мы говорим опять же о потерях, можно включить наш счетчик войны. На сегодня потери, да, на 9 февраля по данным ВСУ свыше 135 тысяч. По данным, по неформальным данным Кремля 187 тысяч. Упорно стремятся к 200 тысячам. То есть более 187 тысяч. Еще раз говорю, можно не верить. Можно спорить об этих потерях. Но даже самые уже минимальные потери, реально подсчитанных по некрологам, официально опубликованным некрологам, и то уже идут на десятки тысяч. Там, по-моему, цифра приближается к 15. Это то, что еще раз говорю, то, что стало известно абсолютно достоверно, да, именно по некрологам. Я думаю, что реальность другая. И об этой реальности нам только что, кстати, рассказали сами мобилизованные, еще раз вот обращаю особое внимание, просто с одной высоты, в одной точке где-то в ЛДНР. На небольшом кусочке тысячекилометрового фронта, на небольшом кусочке сказано, что два батальона лежат в братских могилах, и их даже никто не забирает. Просто представьте уровень потерь, если у вас тысячекилометровый фронт. Сколько людей еще в Россию не приехали, а просто лежат в Украине. Это ужасно, но это реальность. Кстати, к этой реальности можно добавить, что в Вологде, например, вы знаете, я всегда привожу чисто вологодские примеры, к Вологде, к счетчику войны добавилось еще несколько лиц, несколько фамилий. Люди, которые вот опубликовались уже после того, как мы с вами провели прошлый эфир. Люди, которые вот погибли еще в январе, по сообщениям, судя по всему, да, но люди, которые вот теперь, как мы знаем, скоро в Вологду, да, в Вологодскую область придут гробы с очередными жертвами. Кто-то, кстати, уже похоронен, потому что часто новости выходят. Тот же, например, мэр Череповца, глава города Череповца, Гусева, написала, опубликовала на этой неделе, вот буквально сразу почти после прошлого эфира в пятницу, сразу список из 9 фамилий. Сразу 9 вагнеровцев, которые погибли под Бахмутом. Просто представьте, вот в прошлой передаче, можете посмотреть, мы как раз разговаривали про Бахмут, Артемовск в российской версии. И вот получается, что она тут же буквально на следующий день пишет, 9 вагнеровцев погибли под Бахмутом. А я буквально вам рассказывал, как украинские военные говорили о том, что вагнеровцы закидывают буквально трупами, да, что им зачастую можно с ума сойти, они стреляют, у них патроны кончаются, как волна за волной идут вот эти вот зэки бывшие, да, и просто ложатся. Да, конечно, вот вы представьте только, 9 вагнеровцев в январе с одного Артемовска только с Вологодской области 9 вагнеровцев. Просто представьте себе реально, какой может быть объем потерь, если вы просто умножите это там на 85 регионов.
Вот 9 человек, почти 10, на 85 умножьте. Только в январе там порядка 1000 человек, только вагнеровцев. Это, конечно, грубая статистика. Она, конечно, не имеет, это просто предположение, но я в реальности говорю, ведь потери-то подсчитываются. Потери есть. И еще раз вот, в сотый раз, может быть, даже за сегодняшний эфир скажу, только что то, что сказали сами мобилизованные, отправленные умирать. Просто батальонами лежат в могилах. Даже не забраны. Даже их родные еще не знают, что они погибли, умерли. Пока они, может быть, даже и без вести пропавшими-то не числятся. Потому что, скорее всего, никто не хочет этих отчетов отправлять в Россию. О том, как они в этот фарш превращают десятки, сотни людей на каждом кусочке фронта, на каждой высоте. Это ужасная война, которую просто надо заканчивать. Вот я сегодня очень много в комментариях слышал, как, почему эту войну, как закончить. Еще раз, для тех, кто, может быть, забывает, то, что предложение перемирия, основа для перемирия, озвучено президентом Зеленским и украинской властью, Украиной давным-давно. Деоккупация территорий, возвращение к границам, к международно признанным границам 1991 года. Все предельно ясно. Украина предлагает перемирию по границам 1991 года для подписания дальнейшего мирного договора. Деоккупируйте территории. Сегодня задавали вопрос, как это сделать. Элементарно. Путин говорит, что согласен на эти условия. Зеленский и Путин садятся за стол переговоров, подписывают, объявляют перемирие, подписывают предварительное соглашение о перемирии, об условиях этого перемирия, о выводе российских войск с территории Украины на международно признанные границы 91 года. Дальше берется пауза, например, там 2 недели или там месяц максимум, да, на вывод войск, соответственно, за пределы, то есть деоккупация территорий. Ну и самый главный вопрос, который я сегодня слышал, да, вот интересный очень вопрос, который мы даже спорили в комментариях у меня в телеграм-канале. Простой и банальный вопрос, который мне задали. А что делать с Донбассом, с Крымом? Собирается ли Зеленский? Зеленский не обещает никаких референдумов там проводить. Объясните меня, а почему Зеленский должен, ну, условием договора ставить вообще проведение какого-то референдума, если речь идет о деоккупации захваченных территорий? Ну, то есть, проводил ли какой-то референдум Сталин, например, на территории Беларуси или Украины, когда освобождал ее? Хочет ли Украина сохраниться в составе СССР, если она была уже в его составе? Нет, Сталин, наоборот, отхапывал еще лишние куски. Здесь Украина об этом речи не ведет. Стоит ли, грубо говоря, проводить референдумы? Почему и на каких основаниях? Нужно ли включать в мирный договор, например, референдум, проведение референдума в Чечне, Калининграде, на Сахалине, в Якутии? Должны ли эти референдумы об, грубо говоря, определении своего участия в Российской Федерации проводиться, вот прописаны должны быть в договоре? Если не должны, то почему, объяснить мне, вы вообще поднимаете вопрос, что референдумы должны быть проведены в Крыму или на Донбассе? Украина определяет свои территории, результаты войны по границам 91 года, по международно признанным границам. Деоккупируя территории, конечно же, надо понимать, что есть риски для населения, особенно для коллаборантов, которые работали на Россию, работали, по сути дела, против своей родной страны. Ну, так ведь и здесь вопрос простой. Вот тот месяц, который будет дан, например, на вывод войск, нужно четко взять и определить, что в этот месяц все желающие, ну, кто не хочет оставаться в Украине, покидают эти территории и едут в Россию. Ну, каким образом можно избежать, во-первых, преследования коллаборационистов, преследования ответственности, рисков того, что украинская власть начнет их преследовать. Они действительно существуют, потому что когда происходит всегда деоккупация территорий, после войны всегда преследуют тех, кто работал на оккупационные власти. То есть всех коллаборационистов преследовали, что после Первой мировой, что после Второй мировой войны, что в принципе это происходит всегда и везде. И естественно, чтобы избежать угрозы даже каких-либо расправ, то самое простое — предложить этим людям уехать в Россию.
Ну, если они так хотели жить вместе с Россией, в России и говорить по-русски. Хотя, еще раз повторюсь, да, и говорил это много раз в своих эфирах, Россия разгромила самые русскоязычные, самые пророссийские регионы в большей степени. Она стирает, даже сейчас продолжает стирать с лица земли именно пророссийские ранее и русскоязычные регионы, в которых вообще разговаривали абсолютно по-украински. Вопрос, будут ли теперь, потому что, боюсь, после войны это будет очень немодно. Но это, опять же, внутренний вопрос Украины и украинцев будет после этой войны. Но самое главное, еще раз говорю, все точки соприкосновения для примирения есть. Нужно просто принять решение, понять, что ты проиграл войну, потому что закидывая мясом мобилизованных каждую высоту по несколько батальонов, которые потом оказываются в братских могилах, войну не выиграть. И это абсолютно очевидно. Поэтому всем тем, наверное, кто, знаете, вот этот вот говорит, я часто вспоминаю Лизистрату Леонида Филатова, да, и вот кто говорит, мы защищали Россию, защищали там, выполняли свой долг. Я советую послушать, вот давайте включим, да, немножко, кстати, в визуальном сопровождении с тех, кто в Вологде вот уже расстался с жизнью на этой войне, просто отдав ее за сумасшедшие бредовые имперские идеи, а не за какой в реальности, не за освобождение. Давайте видео поставим. Защищать Родину идет. Россию. Как говорится, пришло время, будем отдавать долг Родине. Кто не читал Лисистрату, должен коротенько сказать, что Лисистрата подговорила женщин в Древней Греции не пускать мужчин домой на ночь, пока они не прекратят воевать. И на этом строится вся пьеса. Мужчины вернулись, требуют, чтобы их пропустили, у крепостной стены находятся, и разговор Лисистраты с предводителем войска. Предводитель, пока вы тут беспечно верещали, мужчина он такой, малосякой, бесстыдницы, мы вас же защищали, оберегая глупый ваш покой. Лисистрата, постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь, любому пацану на вас не нападали. Вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена, вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. Предводитель надмена, позвольте вам заметить сукаризны и поскорее возьмите это в толк. Мы выполняем долг перед отчизной, священный перед родиною долг. Лисистрата, перед родиной, конечно, неудобно. Долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль Родина удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы к этой страшной Родине в долги. Ведь ваши сыновья поймут едва ли, из-за каких таких возвышенных идей, зачем и для чего вы воевали и сиротили собственных детей. Простые банальные слова, казалось бы, да? Очень отлично написал Леонид Филатов. Еще, кстати, в конце 80-х, наверное, в начале 90-х. О том, что вы не просто умираете сами, вы еще и убиваете, непонятно во имя каких идей, непонятно за что отдаете свои жизни. Жизни, которые, как бы вам ни казалось, что вы отдавали долг Родине, в реальности это не так. Потому что на вас не нападали, вы напали. Вот эта печальная ситуация, которая в итоге получилась в России, в этой войне России против Украины, и войне, которую необходимо как можно скорее закончить, чтобы закончить и поток, соответственно, гробов в Россию, и в первую очередь закончить бессмысленное, беспощадное, жестокое убийство украинцев и разрушение украинских городов. Вот такой сегодня был счетчик войны, поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делитесь обязательно этим видео, конечно же, поддерживайте выпуски передачи
И знаете, давайте в конце мы закончим. Все-таки еще раз напомню. Посмотрите обязательно фильм про Бучу. Фильм целиком, фильм расследования про Бучу. Для того, чтобы понять, осознать вообще на самом деле вот эту реальность. Это очень неприятное видео, когда я его целиком... Я, кстати, его добавлю в описании к видео, вот после эфира специально добавлю. Я уже вижу в комментариях, что люди задают вопрос, где ссылка. Я добавлю его в комментарии. А вам последняя минутка как раз про конкретных людей, которые просто были убиты российскими карательными отрядами, превратившимися в нацистские отряды СС. До свидания, до следующего четверга в «Счетчике войны». Буча – это место, травмированное российским насилием. Десятки жертв, которые мы задокументировали на улице Яблунской, входят в число более 400 человек, убитых в городе в марте. Кремлевские чиновники продолжают отрицать случившееся. Мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Международный уголовный суд расследует преступления, совершенные в Украине, и в конечном итоге решит, кому предъявить обвинение. Однако доказательства в Буче очевидны. Российские командиры и солдаты как минимум одной воинской части убивали мирных жителей в течение нескольких недель, полагая, а может быть и надеясь, что их деяния никто не увидит. The New York Times идентифицировала 36 человек, которые были убиты на улице Яблунская в марте 2022 года.